Добрый день, сегодня 10 января 2014 год, сейчас покажу погодку, перед этим покажу цветочек. Такой вот у нас расцвел глоксиния, махровая получилась, я как-то на днях показывал его, он только начинал цвести, в смысле бутон завязывался, вот уже расцвел. Такие фиалочки розовые. Стриктокарпусы, три штуки, все равно на камере у меня показывает синим цветом, а на самом деле он фиолетовый. Вот. И белая фиалочка, вот еще одна белая расцвела, такие классные. А вот тут еще собирается только свести, не знаю какой цвет будет, но увидим. Вот такие дела. Итак, вчера вот у нас всю ночь шел дождь, а сегодня днем вот выпало столько чуть-чуть снежка, и все уже растаяло почти. На крышах снега нет. Тишина. Свежеповато на улице. Все затянуто тучками. Не сказать, что мороз, но прохладно. Как я уже сказал, свежеповато. Зеленая травка очень радует. С мусором. Вот так. Ну все. Всем удачи, всем. Всем всех благ.